السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я расскажу об одном сподвижнике, который также принимал участие в битве при Бадре. Его имя Хазрат Усман бин Мазун, да будет доволен им Аллах. Он был известен по кунии Абу Саиб. Его мать звали Сухайля бинт Анбас. Хазрат Усман и его брат Кудама бин Мазун внешне были очень похожи. Он был из племени мекканских курайшитов Бану Джамах. Хазрат ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передал повествование о том, как он принял ислам. Однажды, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел во дворе своего дома в Мекке, мимо его дома проходил Хазрат Усман бин Мазун. Увидев посланника Аллаха, он улыбнулся. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Не желаешь ли посидеть со мной рядом?» Он ответил: «Почему бы и нет?» и сел рядом с ним. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал беседовать с ним. Вдруг во время разговора посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, устремил свой взор вверх на небо и затем медленно опустил свой взор на землю. После этого он повернулся в правую сторону, а затем в другую сторону, и все это время он не обращал внимания на Хазрата Усмана бин Мазуна и кивал головой, будто он все понимал. Хазрат Усман бин Мазун наблюдал за всем этим. Спустя некоторое время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из этого состояния. Затем он вновь устремил свой взор в небо, как в первый раз, как будто он следил за чем-то, и как будто вещь, за которой он следил, спряталась в небесах. После этого он продолжил свою беседу с Хазратом Усманом бин Мазуном. Хазрат Усман бин Мазун спросил его, ради чего он должен находиться вместе с ним. Он сказал: «Раньше я не видел того, что вы делали сегодня». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его:
Что ты сегодня видел, находясь рядом со мной?» Хазрат Усман бин Мазун ответил: «Сначала вы устремили свой взор на небеса, затем посмотрели в правую сторону от меня и кивали своей головой, будто вы старались что-то понять, не обращая на меня внимания». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Ты действительно видел все это?» Хазрат Усман бин Мазун ответил: «Да». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к нему, сказал: «Только что ко мне приходил посланец от Всевышнего Аллаха с его посланием». Хазрат Усман бин Мазун еще раз переспросил его: «Посланец от Аллаха?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да». Затем Хазрат Усман бин Мазун снова спросил его: «Что он сказал вам?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес аят: «Воистину, Аллах повелевает вершить справедливость и благодеяние и одаривать людей как близких, и запрещает Он мерзость, порицаемое и беззаконие. Он увещевает вас, чтобы восприняли вы назидание». Хазрат Усман бин Мазун рассказывал: «Это был тот момент, когда в моем сердце было посажено зерно веры и любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая о начальном периоде пророческой миссии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В начальный период ему были дарованы такие люди, как Талха, Зубейр, Умар, Хамза и Усман бин Мазун, да будет доволен ими Аллах. Каждый из этих людей был предан ему. Каждый из них был готов пролить свою кровь вместо его пота. Несомненно, в течение 13 лет все они, как и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подвергались всевозможным бедам, трудностям и противодействиям. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был уверен в том, что в него уверовали разумные и уважаемые люди из числа мекканцев, обладающие богобоязненностью и святостью. Мусульмане в те времена считались одной единой силой. Если кто-то называл посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, глупцом, упаси Аллах, то его близкие отвечали: «Если он глупец, то почему в него уверовали разумные и мудрые люди?» Это был такой ответ, который заставил умолкнуть уста всех. Европейские писатели сочиняли против него свои красноречивые памфлеты. И это продолжается и в настоящее время. Люди обливают его всевозможной грязью. Но когда они вспоминают о Хазрате Абу Бакре, да будет доволен им Аллах, они утверждают, что он был бескорыстен. Другие европейские писатели писали: «Как может быть лжецом тот, кто доверял такому человеку, как Абу Бакр?» Если вы восхваляете Абу Бакра, то человек, доверивший ему, должен удостоиться похвалы. Если Хазрат Абу Бакр был бескорыстным, то почему он уверовал в алчного человека? Если Хазрат Абу Бакр был действительно бескорыстным, то нам будет необходимо признать, что и его вождь тоже был бескорыстным. Это великий довод, отвергнуть который непросто. Затем обетованный реформатор этот же довод связал с Хазратом обетованным Мессией, мир ему. Он сказал:
мы видим, что некоторые люди называют Хазрата Обетованного Мессию, мир ему, невеждой. Но Всевышний Аллах удалил это обвинение посредством будущего первого халифа Обетованного Мессии, который первым уверовал в него. Маульви Мухаммад Хусейн Баталви также восхвалял его до его притязаний. После его притязания на сан посланника Аллаха образованные люди уверовали в него, и Всевышний Аллах создал общину. Все эти образованные люди вышли из среды богословов и власть имущих людей. Среди них были люди, обладающие английским языком. Анализируя это, приходится признать, что убежденность и богобоязненность создаются посредством трех вещей – веры, знания и денег. Всевышний Аллах одарил нашу общину этими тремя вещами. Всевышний Аллах еще в начальный период одарил ее такими людьми, которых восхвалял мир. Даже до сегодняшнего дня врачебные способности Хазрата первого халифа Обетованного Мессии признаются авторитетными. Народные лекари из числа мусульман Ниахмади до сих пор используют его рецепты. Одним словом, уже в начальный период ислама в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уверовали люди из разных сословий, и среди них были и крупные семейства. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Реформатор, рассказывая о зависти и огорчении неверных в Мекке, сказал: «Всевышний Аллах создал такие средства, что сердца неверных постоянно пребывали в пылающем пламени зависти. Они не понимали, как погасить этот огонь. Не было ни одной семьи, члены которой не приняли бы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Зубейр был выходцем из уважаемой семьи. Хазрат Талха тоже был членом одной из уважаемых семей. Хазрат Умар тоже был выходцем из уважаемой семьи. Хазрат Усман бин Аффан также представлял уважаемое семейство. Хазрат Усман бин Мазун тоже представлял одно из уважаемых семейств. Также и Хазрат Амар бин Аас, Халид бин Валид, принявшие ислам позднее, также происходили из власть имущих семей. Аас был ярым врагом ислама, однако его сын Амар принял ислам. Валид тоже был ярым противником ислама, однако его сын Халид принял ислам. Одним словом, тысячи людей были врагами ислама, но их потомки стали повиноваться посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И, подняв свои мечи, они защищали ислам на поле битвы от своих родственников. Хазрат Усман бин Мазун совершил переселение в Абиссинию, а также вернулся обратно в Мекку. Хазрат Усман бин Мазун был одним из первых, кто принял ислам. Согласно Ибн Исхаку, он был 13-м человеком, который принял ислам. Он и его сын вместе с одной из мусульманских общин совершили переселение в Абиссинию. Находясь там, они услышали весть о том, что все курайшиты приняли ислам, и поэтому они вернулись обратно. Об этом я уже рассказывал в своих предыдущих проповедях. Вместе с ним вернулись и другие мусульмане. Но когда они приблизились к Мекке, они поняли, что это ложная информация. В то время им было тяжело вернуться обратно, но согласно другой версии, некоторые люди все же вернулись обратно в Абиссинию. Они не желали входить в Мекку под чьей-либо защитой. На некоторое время они остановились недалеко от Мекки и входили в нее, находясь под защитой разных людей. Хазрат Усман бин Мазун вошел в Мекку под защитой Валида бин Мугира. Ибн Исхак повествует: в каком тяжелом положении находятся сподвижники пророка, в то время как он разгуливал в полной безопасности под защитой Аль-Валида ибн Аль-Мугиры. Он сказал: «Видит Бог, я разгуливаю в безопасности под защитой человека из неверных, а мои друзья и мои единоверцы
ради дела Аллаха подвергаются испытаниям и мучениям, которым я не подвергаюсь из-за большего изъяна в моей душе. Он пошел к Аль-Валиду ибн Аль-Мугире и сказал ему: «О Абу Абд-Шамс, ты человек верный своему слову. Я освобождаю тебя от обещанной мне защиты». Он спросил: «Почему, о сын моего брата? Может быть, кто-нибудь из моих людей тебя обидел?» Он ответил: «Нет, но мне достаточно защиты Аллаха. Я не хочу прибегать к помощи никого другого, кроме Него». Тогда Аль-Валид сказал: «Отправляйся в мечеть, откажись от моей защиты гласно, так же, как я взял тебя под свое покровительство гласно». Они оба пришли в мечеть. Аль-Валид сказал: «Это Усман. Он пришел, чтобы отказаться от моего покровительства». Усман сказал: «Он сказал правду. Он был верным и добрым покровителем, но я решил не прибегать к покровительству никого другого, кроме Всевышнего Аллаха, и отказываюсь от его покровительства». После этого Усман ушел. Я уже рассказывал о переселении в Абиссинию, рассказывая о событиях из жизни других сподвижников. Сейчас я коротко перескажу повествование хазрата Мирзы Башира Ахмада, написанное им на основе исторических источников. Когда страдания мусульман достигли своего предела, и курайшиты продолжали усугублять скорбь мусульман, посланник Аллаха дал указание мусульманам переселиться в Абиссинию. Он сказал: «Царь Абиссинии справедлив. Никто из находящихся под его властью не подвергается притеснению». Страна Аль-Хабаша, известная также как Эфиопия или Абиссиния, расположена на северо-востоке Африки. Она расположена прямо напротив Южной Аравии. В ту эпоху был установлен сильнейший христианский суверенитет в Абиссинии, а ее царя называли Негус. И они до сих пор называют своего правителя Негусом. У Аравии были деловые отношения с Абиссинией, и в ту эпоху, о которой мы сейчас говорим, столица Абиссиния называлась Аксум. Этот город до сих пор считается священным, а в то время Аксум был центром очень мощного суверенного государства. Негуса звали Асхама ибн Абжар. Он был справедливым, умным и могущественным царем. Когда гонения на мусульман достигли своего предела, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал указание тем, кто может себе позволить это, переселиться в Абиссинию. Поэтому, по наставлению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в месяц Раджаб, на 5-м году пророческой миссии, 11 мужчин и 4 женщины переселились в Абиссинию. Это были хазрат Усман ибн Аффан и его жена Рукайя, дочь посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, Абдурахман бин Ауф, Зубайр бин Аль-Аввам, Абу Хузайфа бин Утба, Усман бин Мазун, Мусаб бин Умайр, Абу Сальма бин Абдуль-Асад и его жена Умми Сальма, да будет доволен ими Аллах. Очень странно, что большинство этих первых мухаджиров-переселенцев принадлежало к мощным племенам курайшитов, а слабых среди них было мало.
Это показывает две вещи. Во-первых, даже те, кто принадлежал к мощным племенам курайшитов, не были в безопасности от их жестокости. Во-вторых, слабые люди, такие как рабы и так далее, в то время из-за страданий и слабости находились в таком тяжелом состоянии, что даже не смогли переселиться. Хазрат Абитаванный Реформатор, повествуя о предоставлении защиты Хазрату Усману бин Мазуну в Мекке, в присущем ему стиле рассказал и о событии, произошедшем с Лабидом бин Рабия. Он написал: «Когда тирания достигла своего максимального предела, пророк собрал своих последователей и, указывая на запад, поведал им о земле за морем, где людей не убивают за перемену веры и где они смогут спокойно молиться, поскольку там правит справедливый царь. Да отправятся они туда. Быть может, это принесет им облегчение». Группа мужчин, женщин и детей, принявших ислам, согласно этому указанию, ушла в Абиссинию. Этот исход был весьма немногочисленным и очень трагичным. Арабы считали себя хранителями Каабы, так оно и было. Покинуть Мекку было для них великим несчастьем, и ни один араб не мог бы помыслить об этом, если бы жизнь в Мекке не стала для него поистине невыносимой. Со своей стороны, мекканцы также не думали мириться с таким исходом. Они не собирались отпустить свои жертвы по добру здорову, позволив им жить где-то в другом месте. Уходящие, таким образом, были вынуждены держать свои приготовления в глубоком секрете и уйти, даже не попрощавшись со своими близкими и друзьями. Их исход, однако, стал известен некоторым и не оставил их равнодушными. Умар, в будущем второй халиф ислама, был в ту пору еще неверным и, к тому же, заклятым врагом и гонителем мусульман. Он случайно повстречался с некоторыми из уходящих. Среди последних была женщина по имени Умми Абдулла. Когда Умар увидел домашнюю утварь, упакованную и погруженную на вьючных животных, он сразу понял, что эта группа покидает Мекку, дабы обрести убежище в других местах. «Вы уезжаете?» — спросил он. «Да, Бог свидетель», — отвечала Умми Абдулла. «Мы уезжаем в другую страну, ибо здесь вы обращаетесь с нами наижесточайшим образом. Мы не вернемся, пока Аллах не соблагословит вернуть нас». Ее слова оказали сильное впечатление на Умара, и он сказал с чувством: «Бог да пребудет с вами». Молчаливость исхода пронизала его душу печалью. Едва мекканцы узнали об исходе, они снарядили отряд в погоню. Отряд доскакал до самого моря, но не настиг ушедших, которые уже погрузились на корабль. Бессильные схватить их, преследователи решили направить посланников в Абиссинию с целью настроить короля против беженцев и убедить его выдать их мекканцам. Одним из таких посланников был Амр ибн Аль-Ас, который впоследствии присоединился к исламу и покорил Египет. Посольство достигло Абиссинии и пустилось в интриги при дворе короля. Но король поступил справедливо и отказался выдать мусульман, несмотря на все интриги мекканцев и его собственных придворных.
Посланники вернулись разочарованными, но вскоре в Мекке был придуман другой план, дабы насильно вернуть беглецов. Среди караванов, отправлявшихся в Абиссинию, они приняли сеять слух о том, что вся Мекка уже вступила в лоно ислама. Когда слух достиг Абиссинии, многие беженцы-мусульмане радостно возвратились на родину, однако по возвращении они обнаружили, что весть о победе ислама не более чем сфабрикованный слух. Некоторые из них вновь отправились на чужбину, но некоторые решили остаться. Среди последних был и Усман бин Мазун, сын властного мекканского вождя. Обретя покровителя в лице друга своего отца, Валида бин Мугира, он зажил в мире, но продолжал видеть, что остальные мусульмане все еще страдают от жестоких гонений. Это делало его глубоко несчастным. Он отправился к Валиду и отказался от его покровительства. Он полагал, что не имеет права пользоваться защитой, в то время как его единоверцы подвергаются преследованиям. Валид рассказал о его поступке мекканцам. В один из дней поэт Лабид, снискавший первенство во всей Аравии, восседал среди вождей Мекки, декламируя свои стихи. Он, в частности, огласил строки о том, что всяким милостям обязательно придет конец. Усман смело возразил поэту, говоря, что милости рая бесконечны. Лабид, отнюдь не привыкший к возражениям, вышел из себя и произнес: «Курайшиты, до сих пор ваши гости не подвергались подобным оскорблениям. Давно ли началась у вас эта мода?» Один из внимавших поэту поднялся с места и, дабы успокоить Лабида, сказал: «Продолжай и не обращай внимания на глупца». Усман же настаивал, что не сказал ничего глупого. Это привело курайшитов в ярость, они жестоко избили Усмана, выбив ему глаз. Валид присутствовал при этой сцене. Он был близким другом отца Усмана и не мог спокойно снести такое обращение с сыном своего покойного друга. Но Усман сам отказался от покровительства, и Валид ничего не мог поделать. Наполовину гневно, наполовину печально он сказал Усману: «Сын моего друга, ты бы сохранил свой глаз, не вздумай ты отказаться от моей защиты. Ты должен сам себя благодарить за случившееся». Усман ответил: «Я ждал подобного. Я не сожалею, что потерял глаз, потому что и другие терпят муки. Помни, пока страдает пророк, нам не нужно покоя, поэтому для меня достаточно защиты Бога». Эти события произошли с хазратом Усманом бин Мазуном и Лабидом бин Рабия. Он был известным арабским поэтом.
В истории эти события описаны следующим образом. Лабид ибн Рабия сидел вместе с курайшитами и декламировал им стихи. К ним подсел Усман. Лабид произнес стих: «Разве не всякая вещь, кроме Аллаха, вздор?» Усман сказал: «Ты сказал правду». Потом Лабид произнес следующие слова: «Тогда и всякое блаженство обязательно будет мимолетным». Усман сказал: «Ты сказал неправду, блаженство рая не прекращается». Лабид ибн Рабия сказал: «О собрание курайшитов! Ей-богу, ваш собеседник не подвергался оскорблениям раньше. И с каких пор это началось среди вас?» Один из курайшитов сказал: «Этот — один из глупцов, которые отлучились от нашей религии, не обращая внимания на его слова». Усман возразил ему, и они стали ругаться. Тогда этот человек подошел к нему и ударил его в глаз и посадил синяк под его глазом. Аль-Валид ибн Аль-Мугира был недалеко и видел, что стало с Усманом, и сказал: «О, сын моего брата, ты бы мог этого избежать, ведь ты был под надежной защитой». Усман сказал ему: «Клянусь Аллахом, я готов подставить и второй свой глаз за дело Аллаха. Я нахожусь, клянусь Аллахом, под покровительством того, кто сильнее и могущественнее тебя. О, Абу Абд-Шамс!» Аль-Валид сказал ему: «О, сын моего брата, если хочешь, вернись под мое покровительство». Он ответил: «Нет». Вот таким было состояние их веры и сочувствия к своим единоверцам. То есть, если они терпят мучения, то и он будет терпеть их. Они любили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Если страдал он, то почему не могли страдать и они? Они проявляли сочувствие друг другу, видя перед собой пример сподвижников. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «Хазрат Усман бин Мазун дал такой ответ Лабиду по той причине, что он слышал и знал об учении священного Корана. Стихи в его глазах не имели никакого значения. Позднее Лабид тоже принял ислам и избрал путь, подобный пути хазрата Усмана. Однажды хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, попросил одного из своих наместников прислать ему новые стихи известных поэтов. Лабиду тоже было передано его пожелание. В ответ он написал некоторые аяты священного Корана и отправил их к хазрату Умару. О том, как любил его посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы узнаем из следующего повествования. Когда умер хазрат Усман бин Мазун, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поцеловал его, и из его глаз текли слезы. Когда умер Ибрагим, сын посланника Аллаха, стоя возле его тела, он сказал: «Присоединяйся к обществу нашего праведного и уважаемого Усмана бин Мазуна». После переселения в Медину, хазрат Усман бин Мазун, хазрат Куддама бин Мазун, хазрат Абдулла бин Мазун и хазрат Саиб бин Усман остановились в доме хазрата Абдуллы бин Сальмы Джилани. Согласно другой версии, они остановились в доме хазрата Хазама бин Вадия. Мухаммад бин Умар Вагди повествует: «Семья Мазунов, как ее мужчины, так и женщины, вместе переселились в Медину. Ни один из членов этой семьи не остался в Мекке». Хазрат Умми Ааля повествует: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с мухаджирами прибыл в Мекку, ансары пожелали, чтобы они остановились в их домах.
Ради этого даже был брошен жребий. Хазрат Усман бин Мазун оказался в нашем списке. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал побратимами Хазрата Абу Хасайма бин Тайхана и Усмана бин Мазуна. Хазрат Усман принимал участие в битве при Бадре. Он больше всех поклонялся Богу. Днем он соблюдал пост, а ночами молился Богу. Он не допускал даже возможности оказаться во власти страсти вожделения. Он старался сторониться женщин. И однажды он попросил разрешения у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отречься от этого мира и стать евнухом. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не разрешил ему это сделать. Это повествование взято из книги «Усудуль-Габа». Сообщается, что однажды Хауля бинт Хаким, жена Усмана бин Мазуна, плохо выглядевшая и одетая в поношенную одежду, зашла к женам посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которые спросили ее: «Что с тобой?» То есть этим они хотели спросить ее, почему она не наряжается, ведь состояние ее мужа было лучше, чем у всех курайшитов, и поэтому она могла бы себе это позволить. В ответ она сообщила о своем муже следующее. Ночь он проводит в молитве, а днем постится. И женщины передали пророку ее слова. А когда он встретился с Усманом бин Мазуном, он стал порицать его за это и сказал: «Разве ты не должен брать пример с меня?» Усман ответил: «Конечно, да сделает меня Аллах выкупом за тебя». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Ты постишься днем и молишься ночью?» Он ответил: «Да, я поступаю так ежедневно». И тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Не поступай так. У твоего тела есть право на тебя, и у твоей супруги есть право на тебя. Отдавай же каждому, кто обладает правом на тебя, то, что ему полагается». Затем его жена снова пришла к ним, но на этот раз она выглядела прекрасно, и от нее исходил аромат, будто она была невестой. Супруги посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, расспросили ее о причине этого, и она ответила: «Теперь мой муж уделяет мне внимание». Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: однажды посланник Аллаха вызвал к себе Усмана бин Мазуна и спросил его: «Разве тебе не по нраву мой путь?» Он ответил: «О посланник Аллаха, я следую по твоему пути». Посланник Аллаха сказал: «Я сплю, молюсь, соблюдаю пост, и иногда я прерываю его. Я женат, о Усман. Бойся Аллаха, у твоей жены есть право на тебя, и у твоих гостей есть право на тебя, и у твоего тела есть право на тебя. Поэтому постись и прерывай пост, молись и спи». Хазрат Мирза Башир Ахмад, ссылаясь на хадис, сказал: «Тем не менее, святой пророк Аллаха, который обладал уравновешенной природой и желал спасти своих последователей от крайностей и удержать их на позиции умеренности, запретил им следовать таким курсам. Поэтому об этом и было упомянуто в хадисе». То есть Саад бин Аби Вакас рассказывает, что Усман бин Мазун искал разрешение святого посланника Аллаха полностью воздерживаться от женщин. Однако святой посланник Аллаха не дал ему своего разрешения на это. Ибо если бы он дал разрешение, то и мы бы тоже были готовы стать евнухами.
Этот хадис упоминается в Сахих Бухари в главе Китабу Никах, книга о браке. Сообщается, что Саад бин Абу Вакас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил Усману бин Мазуну табаттуль, отрешенность. А если бы он разрешил ему это, то и мы непременно оскопили бы себя». Далее хазрат Мирза Башир Ахмад пишет: «Усман бин Мазун был из племени Бану Джамах. Он был человеком чрезвычайно аскетического характера. Он отказался от питья алкогольных напитков еще в эпоху невежества и хотел стать отшельником после принятия ислама, но святой посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не допустил этого и сказал: «В исламе не допускается религиозное отречение. Ислам учит жить в том мире и пользоваться благами этого мира, созданными Всевышним Аллахом. Но при этом не забывайте Всевышнего Аллаха и всегда помните о нем». Хазрат Кудама бин Мазун повествует: «Однажды хазрат Умар бин Хаттаб по пути в ущелье Асайя повстречал хазрата Усмана бин Мазуна. Они были верхом на верблюдицах. Ущелье Асайя находится между поселениями Зуль-Хулайфа и Джухфа в 70 милях от Медины. Верблюдица хазрата Умара потеснила верблюдицу хазрата Усмана бин Мазуна. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ехал впереди них. Хазрат Усман бин Мазун, обращаясь к хазрату Умару, сказал: «О, удерживающий от смуты! Ты причинил мне боль!» Когда они остановились, хазрат Умар подошел к нему и сказал: «О, Абу Саид! Да простит тебя Бог! Как ты назвал меня?» Хазрат Усман бин Мазун ответил: «Клянусь Богом, это не я назвал тебя этим именем, это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал тебя так. Посланник Аллаха едет впереди нашего каравана, можешь спросить у него». Подробности этого следующие. Однажды мы находились рядом с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним, и в это время мимо нас проходил хазрат Умар. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это тот, кто удерживает от смуты». Посланник Аллаха, указав на него рукой, сказал: «Между ним и смутой есть дверь, которая крепко закрыта. Пока он жив среди вас, в исламе не будет смуты». История тоже засвидетельствовала, что смуты в исламе начались после него. Сейчас я расскажу подробности того, как хазрат Усман бин Мазун называл хазрата Умара тем, кто удерживает от смуты. Хазрат Хузайфа повествует: «Однажды мы были в компании Умара, который сказал: «Кто из вас наиболее отчетливо сохранил в своем разуме хадис посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в отношении смуты, о которой он рассказал?» Я сказал: «Это я». Затем он сказал: «Ты смелый, то есть достаточно смелый, чтобы считать себя соответствующим этому требованию». И еще он спросил: «Как он сказал об этом?» Я сказал: «Во-первых, будет потрясение для человека в отношении его семьи, его имущества, самого себя, его детей, его соседей, которое будет искуплено постом, молитвой, милосердием, предписыванием добра и запретом зла». В связи с этим хазрат Умар сказал: «Я имею в виду не эту большую смуту, а ту, которая будет напоминать растущие волны океана». Я сказал:
«О повелитель правоверных! Вы не имеете к этому никакого отношения, потому что дверь между вами и этим закрыта». Он сказал, «Эта дверь будет сломана или открыта?» Я сказал, «Нет, она будет сломана». В связи с этим он сказал, «Тогда она не будет закрыта, несмотря на все усилия». Мы спросили Хузайфу, «Умар знал об этой двери?» Он сказал относительно этого, «Да, он знал это так же, как каждый знает, что ночь предшествует следующему дню». Под этой дверью он имел в виду хазрата Умара. Хазрат Умар сказал, что смуты не прекратятся, несмотря на все усилия, и сегодня мы видим это в мусульманской умме. Смуты только растут. Смуты начались еще во времена хазрата Усмана и хазрата Али, да будет доволен им Аллах, и они продолжаются до сих пор. Мусульмане жаждут крови друг друга. Они не желают находиться за этой дверью. Всевышний Аллах, посредством хазрата обетованного Мессии, мир ему, создал в эту эпоху средства для закрытия этой двери, но они не желают войти в эту дверь, и поэтому эти смуты разрастаются все больше и больше. Пусть Всевышний Аллах убережет нас от этих смут. Пусть будет так, чтобы мы, мусульмане Ахмади, всегда пребывали за тем щитом, которым одарил нас Всевышний Аллах, посредством хазрата обетованного Мессии, мир ему. Пусть будет так, чтобы мы всегда пребывали за этой дверью. Одним словом, хазрат Умар уже знал о том, что смуты начнутся после него. Хазрат Усман бин Мазун был первым мухаджиром, переселенцем, умершим в Медине на втором году хиджры. Некоторые считают, что он умер после битвы при Бадре, спустя 22 месяца после хиджры. Он был первым, кто был похоронен на кладбище Джанатуль-Баки. В следующий раз я продолжу рассказ о нем, иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر